Почти никого нет. Нужно торопиться. Мониторы наблюдения. Можно узнать, что происходит в каждом секторе. Но у меня всего несколько минут. А вот и ужасный мистер Лонгнек. Ну вот, друг мой, я прекратил твои страдания и избавил тебя от толпы, с которой тебе приходилось общаться. Микрофон системы громкого оповещения. Не думаю, что это хорошая мысль. С тем же успехом можно объявить, что я пытаюсь бежать. Оружейная. Один из этих автоматов мне бы очень пригодился. Быстрее, пока он не пришел. Почти. Можно задать вам вопрос про вашего коллегу, сэр? И? Где офицер Смит? Он приболел, Райан. Что-то с ним странное случилось после разговора с тобой. Да. По-моему, он вылил кетчуп себе на голову, так? Но почему он это сделал? Он ничего не помнит. Шо? Когда захлопнулась дверь камеры, и что-то красное начало стекать по его лицу, он подумал, что кто-то подстрелил его. Ты ведь не имеешь к этому отношения, а? Я? Нет, сэр, конечно, нет. Может быть, это случилось с Бреттом? Глупое совпадение? Мне надо будет присматривать за тобой, Райт. Это понятно? Да, сэр. Понятно, сэр. Сейчас или никогда. За дело.